пожалуйста, сегодня был соперник сильный или вы не собраны? Ну, не знаю. Соперник тоже неплохой. Все-таки плей-офф вышли как-то. Ну, чудом, конечно, мы вышли. Неплохой соперник сегодня был. Достаточно было выйти в плей-офф или ожидали чего-то большего пляшки? Ну, мы думали вообще не выйдем. Мы чудом вышли. Так что для нас это было спонтанно узнать, что мы вышли в плей-офф. Есть какие-то команды, которые, ну, дальше вас ждут по сетке, с которыми очень бы хотелось бы сыграть? Да мы со всеми готовы сыграть. Это кто попадет? Тут не выбираешь, кто будет. Кого поставят? Особых предпочтений нет. Со всеми сыграем. Что у вас сегодня не получилось конкретно? Да, я не знаю. Сил духа не хватило, настроя. Атака, не знаю больше. Лень. Очень много ваших сегодня лежали на песке ввиду разных причин. Может, это стало причиной поражения? Не знаю, мало отдохнули там. У кого еще старая травма, может, из-за этого. Фалили много у нас. Ну, не фалили. Так получалось, что падали. Как ты думаешь, есть прогнозы, кто станет обладателем кубка? Ну, не знаю. На мой взгляд, я игру МЧС наблюдал многие. Я думаю, за МЧС. На мой взгляд, МЧС станет опять победителем. Хорошо, проверим. Спасибо большое. Можно, да, конечно. Хочу большое спасибо пацанам сказать за участие в турнире. Спасибо. Особо спасибо Макару хочу стоять. Все игры отстоял, красава. Обидно, конечно, что, но молодец, Макар. Градусу сегодня хочу сказать, тоже молодец. До конца боролся почти без заменок. Все молодцы. Елису привет. Спасибо.